Всем привет! С 5 утра с фидером я уже был на реке. У моего берега идет корыто с ракушечником, противоположный берег пологий, песчано-отмель, кидал под углом 45 градусов, перловку, кукурузу, подпирал ее опарышем. У меня фидер 3,6 метра, микада, катушка Shimano 4000. Оснастка патерностер, кормушка 60 грамм треугольная, поводок 70 сантиметров, крючок девятка. Поклевка крупной рыбы можно определить по вершинке. Чем сильнее трясется, тем крупнее рыба. Вот поймал крупную плотву. 8 утра. Потом отстой до 10 утра, как в корыте. Да, забыл. Прикормку использовал РС-ку, РС-плотва, река, лещ с добавлением каши. Утром встал на рыбалку, прошел полпути и вспомнил, что не взял насадки и наживки. Пришлось вернуться. Особо не заморачивался, в зеркало не смотрел. Пока снарядил фидер, у меня выходит примерно где-то минут 20. Закормил за 5 кормушек. Купался, вода теплая, высокая, за неделю поднялась, темная как чай. Дожди помогают, и рыба стала подниматься, видать, верховье. Местный житель показывал, какие он поймал чихони за отпуск. Решил пойти вечером, где-то часов 5. Пришел, место мое занято. Пришлось сместиться влево, но кидал примерно туда же. На кукурузу стало клевать. С камерой немножко не подготовился. Пока доставал и цеплял на голову, упустил две хороших плотвины. Вот ты тогда тоже надо. Даже язык не поворачивает назвать ее плотвой, потому что рыба большая. Тогда тоже. Через 2 часа ветер сменился. Клевка отрубила. Поймал всего лишь 2 штуки. Сейчас по программе на андроиде смотрю обязательно направление ветра и пробую сопоставлять время клёва. Клевала на кукурузу Хайнц. Вот сейчас постоянно с прошлого года беру Хайнц. Но качество этой кукурузы очень изменилось. В прошлом году она была гораздо лучше. Сейчас в банках она, ну, никакая, условно говоря. Это видео говорит о том, какая была погода на следующий день. Все, можно судить. Рыбалки никакой. Погода на следующий день. Всем привет, до свидания, до следующих встреч.